Тем временем, пока аккаунт топа находится в топе, в бане, Холдик продолжает свой проект «Потный путь». Однако, здравствуйте, ребят, с вами Холдик. Ладно, сейчас мы про топа с вами поговорим. Друзья, «Потный путь». В итоге, конец сезона, я не успел апнуть 8000, забрали у нас косарь трофеев, у нас было 6400, на данный момент 5400, но ничего, у нас не было цели до конца сезона поднять эти кубки, нам самое главное апнуть итого 8к. Но, блин, этот сезон, конец сезона нам просто оттягивает время из-за того, что, блин, нам теперь опять надо возвращать 1000 кубков. Ну что ж, займемся этим в ближайшее время. Все так же, по персонажам изменений практически никаких. Детственникам остается битва, остальных поснимали трофеи. Блин, много сняли, но будем сейчас возвращать. И тем самым мы даже, ребята, с вами прокачаем этот аккаунт еще лучше. Выбью всех бойцов, потому что у нас целый сезон впереди. Ну я думаю, что какой там сезон? Я думаю, что за 3-4 дня... Не, вряд ли. Да, сезон впереди. Не, ну 13 дней я думаю не буду. Я думаю, что за неделю справлюсь. Я думаю, что менее чем за неделю я этот аккаунт выведу на 8000. Леон, 17 часов осталось. Ребят, сегодня последний шанс принять участие в конкурсе. 10 леонов разыгрываем. Подпишитесь на канал, подпишитесь на инстаграм, оставьте комментарий. Сегодня делаем итоги конкурса. 10 моих подписчиков бесплатно получат скин на Леона и самого Леона. Ова, Холдик. По поводу топа. Друзья, по поводу топа, у меня к вам убедительная просьба зайти в настройки, зайти помощь и поддержка и написать поддержки такое сообщение: разбаньте аккаунт и вот этот никнейм. Я вам сейчас впишу, чтобы вы смогли тоже вписать вот этот. Ну, можете не обязательно такое сообщение, ребят, просто именно создать резонанс, заспамить всем разработчикам чата, чтобы они увидели наше сообщение. Вот так вот, смотрите, Виталь Шарк. Чтобы они увидели это сообщение и быстрее обратили внимание. Разбаньте аккаунт, Виталь Шарк. Да, вот так вот. Все, отправляем сообщение. Отправка. Все, вот так вот, напишите. Можете другими словами, можете написать: уважаемые разработчики, обратите внимание на аккаунт, вот такой вот никнейм. Вы его забанили, это топ мира, мы очень просим его разбанить. Пожалуйста, помогите, если вам не трудно, потому что я не знаю, насколько это реально поможет, но как минимум это обратит внимание. Обратят внимание разработчики быстрее, чем на то сообщение, которое отправил он, потому что они еще ничего не ответили. Если вам не трудно, конечно, если трудно, то не трудитесь. Все, рекламная пауза, и погнали, ребята, апать дальше потный путь. Еле сдержался. Заболел. Ну шо? Поехали, полет фантазии, карты для дальникова у меня нашились, пассивка, сейчас хочу их вжучить всех, если получится, реально. Все, ребятки, я хоть и заболел, по сути, еще меньше сил стало, но с новым сезоном я думаю, что... Ну, теперь у меня нету такого графика жесткого, типа, о, осталось 2 дня, каждый день по 500 кубков. Ну, Unreal не пушил, я думал, он в субботу будет пушить, а я в субботу не отсутствовал. Воскресенье не стримил. Да и не стримил я еще по той причине, что да, смысла не было, по сути. Потому что все равно бы я 8000 не поднял. Unreal предлагал мне, была возможность поднять за всю ночь 8000. Ну, он предлагал играть. Но какой бы в этом был тогда смысл моего проекта, если бы он их полностью 8000 поднял без меня? Ну, а в чем тогда прикол? Мне хочется реально этот проект поднять, пусть я не полностью сам, да, все-таки раборубку как-никак Unreal мне апнул, потом, я не знаю сколько, где-то может в общей сумме 1500-2000 кубков на мелких трофеях он мне помогал. Ну то есть в любом случае я не полностью сам, но это все равно не то, что он сказал. Типа, давай 8к за ночь я тебе подниму. А в чем тогда прикол? Типа, ну, буст я заказать могу сейчас у любого чела. За деньги, я думаю, тоже бустанут. Хочется самому, реально. Там, где просто у меня нету времени, я бы не против, чтобы меня подстраховали. Да, вот, допустим, как в субботу у меня не было, я был бы не против, чтобы меня подстраховали. Но, к сожалению, мы апнули 6400, до конца мы не успели. Ну, ничего страшного, сейчас продолжим. Я не знаю, будет сегодня стрим или нет. Вы хотите сегодня стрим? Если да, то, ну, типа, если прям сильно соскучились за стримами, то я, в принципе, думаю, могу выйти в эфир.
Вот, я просто не знаю, вчера состояние было очень такое стрёмненькое, и я такой думаю, да не-не, все равно уже 8 тысяч не подниму, лучше пойду отдохну. Но я вроде выспался, типа, не, я думаю, да, надо стримить сегодня, потому что, я хочу, тогда ж, раз мне скинули кубки, вернуть 6к, и все-таки апнуть 7 тысяч, чтобы забрать мега сундук. Оп. Так, есть. Дэрил, ты чё? Дэрил, блин, меня отхилило, я не хотел. Да блин! Ну ладно. Плюс 8 кубков. Эп! Тихо, я думал, запись сейчас остановлю пробелом. Ну, нашли, конечно... Не, нормально, продолжаем. Нашли нормально, все прекрасно. Все прекрасненько. Блин, так жалко, конечно, что со всех поснимали трофеи. Но я думаю, это, блин, за день можно этот вопрос решить. То есть, косарь кубков, если захотите, реально за день можно поднять. То есть, ну, эта проблема решается. Ну, просто за день не просто... Волоёбство. Я просто реально вот не могу подобрать другого слова. А за день задротство. Вот. За день задротство, да. А если чуть-чуть покатал и вышел, то я сомневаюсь. Что, надо реально убить целый день. Я помню, когда челлендж на 20 тысяч кубков был. Я просыпался в 7 утра. С перерывами на чай, кофе и покушать. Я больше никуда не отходил. Я апал целый день и поднял 900, по-моему, трофеев. Ну, блин, это реально тупо целый день. Но это возможно. Ну, я сомневаюсь, что я буду целый день убивать. Да, короче, неважно. 6к вернем. 7000 через пару дней. Да, я думаю, неделя. Неделя, ребят, и этот проект заканчивается. Я просто не видел смысла жопу рвать в конце сезона. Но вот не успевали, мы не успевали. Да хрен с ним. Это ж не челлендж какой-то, не спор был. И, ну, типа... Это просто в жертву там нескольких дней из-за того, что кубки заберут. Да и похрен, апнем, не проблема. Я думаю. Так, пам-пам. Поэтому смотрите, друзья, напишите в комментариях, в чем будем сегодня встречаться с вами на стриме, выходить не в эфир или нет. Если соскучились, если будете приходить сегодня и смотреть, я запущу. Просто на выходных толком не постримил, а в будние дни все уставшие, рано просыпаться, ночью вырубает. Поэтому я не знаю, давайте будем отталкиваться от состояния. Какое у вас состояние? Я, в принципе, 50-50. Если мотивация есть, я могу. То есть, если реально желающие есть прийти сегодня на стримчик, хотят стримчик, я приду. То есть, я запущу, а вы придите. Блять, ладно, улетаем. Так, 4 бойца, хилимся. Так. Я тоже с вами. Так, вон там, да, Шелли. Раз вы затемились, так я тоже в теме. Я за любую движуху, кроме голодовки. Так. Ай, сука! Тупо подорвался на мини. Она ультой промазала, можно было бы взять топ-1. Ну что тут возвращать 700 трофеев? Ну что, ну вот, уже две катки по плюс 8. Сейчас еще так поиграть, каток 6-7 скатать. Не, 6-7 мало. Каток 9-10. И все? И все, и Шелли на 700. Итак, следующий, кто там? Бо. Ну посмотрим. Вот. У меня еще бит, но бит на десерт. Я уже говорил, что, типа, даже если бы я бита апнул, это бы не изменило бы картину, нам бы все равно не хватило трофеев. То есть, реально, у нас бы... То есть, 7000 тоже я бы мог не вообще на изи в любой момент поднять, вот, и забрать этот мегаящик. Но я хотел именно 7000 поднять тем способом, чтобы не брать бита, чтобы не поднимать кубки на бите, потому что, ну, бита в любой момент можно поднять. А 7000 для меня не принципиально было. Так как мы не подняли 7000 на персах, которые уже 500-600, я тогда думаю, ну окей, давайте тогда на следующий сезон оставим это задание. Блин, реально, Кольт так шмаляет жестко. Такой урон дикий. Так. 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 Так, Мортиса душим. Блин, далеко.
Я думаю, надо Мортиса пойти убить. Воу-воу-воу, нифига урон. Хорошо, что он ушел от меня, так бы он мог убить. Через ульту. 4 банки. Слушайте, Мортису что ли урон увеличили? Что за бред? Что за урон? Так, я думаю, эту Шелли... Я думаю, что с этой Шелли мы сейчас попрощаемся. Наверное. Да, попрощаемся. Ну блин, ее там, надеюсь, в центре оформят без меня. Так, 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 отлично. Блин, ворона убить. Отлично. Оу, быта собака весь, всю обойму всадил. Идеально просто для него. Вся ульта у меня вошла, пулька в пульку. И деться мне некуда было. Плюс один. Let's go, Gary. Короче, друзья, продолжаем проект «Потный путь». Я думаю, что за неделю закончим и стартану, возможно, новый проект. Я не знаю, какой из тех, которых я запланировал, тот, который до Нового года могу завершить, или тот, который на долгосрок. Подумать надо. А вы подскажите. Я думаю, наверное, тот, который до Нового года завершить, чтобы подарок вам на Новый год сделать. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех обнял. Пишите по поводу стрима, что вы думаете. И пишите в поддержку, чтобы разбанили Виталю. Потому что, ну камон, забанили-то его из-за меня. Надо эти вопросы тогда решать вместе. Помогите мне в этом. Спасибо вам. Люблю вас. Обнял. Не болейте. И скоро увидимся. Совсем скоро.